суть игры в городки – затратить как можно меньше бросков на выбивание всех фигур с расстояния. Игра старинная, а век назад городки в России официально стали видом спорта. В Альметьевске это увлечение первым подхватил Совет ветеранов. Никаких специальных площадок еще не было, поэтому чертили разметку мелом. Это любимый вид досуга и участниц коллектива «Славянка». Они слажены не только в творчестве, но и в спорте. Точность надо иметь. И твердость руки. И тренироваться часто. Если не тренируешься, то не получается. Место для тренировок, игры в городки в Альметьевске теперь есть. При поддержке компании «Татнефть» открыли новую площадку недалеко от Вечного огня в спортивной зоне. Все для древней игры обустроено по современным стандартам. Появились и поле, и разметка, и новые комплекты бит и городков. Мы так классно, что в нашем городе столько площадок, где вот пенсионеры могут себя проявить. Возрождать традиции на профессиональном уровне начали в Лениногорске. Именно там в 2021 году при поддержке нефтяников обустроили первую площадку для игры в городки. Там же проводили городские соревнования, где участвовали ветераны-нефтяники. В гости приезжали и альметьевские градошники. Спортсмены обоих городов друг другу как братья, отмечает Сергей Якшегулов. Поэтому ожидается много турниров в следующем году. Игра очень спокойная. Вот для любого возраста. Здесь и ходьба, здесь и наклоны, здесь и приседания, и броски в то же время, зрение, сила, движение. Все здесь. Сергей Михайлович признается, игру любят за движение и общение. А движение и общение – это что? Жизнь. Глава Альметьевского района Тимур Нугуманов подарил комплект для градушного спорта ветеранам. Руководитель сделал свой первый бросок. Показ любительского уровня на расстоянии 6 метров от городка. Тимур Нугуманов отметил, площадка станет местом притяжения не только для ветеранов. Наверное, и молодежь тоже может иногда, спросив у вас разрешения, прийти. Культурно себя будет вести и будет приобщаться к этому спорту. Опытные ветераны-спортсмены станут наставниками для нового поколения градошников. В планах активистов возрождать и развивать игру и в других районах Юго-Востока республики. Рената Столярова, Динар Мингазов, новости Юго-Востока.